Все фонари будут демонтированы, старые опоры. С 5-го, ну, первые где-то 10 опор мы устанавливаем, вот, получается, на этой неделе пришли. 5 числа придут остаток опор, 5 октября. Ну, вот сколько-то их там на базе соберут и начнут устанавливать. Начали мы в середине июля этого года. Основная задача была здесь поменять освещение, сделать его более безопасным, осветить пешеходные зоны, также поменять асфальтобетонное покрытие на тротуаре со стороны четных домов. Освещение будет двухконсольное, то есть одна консоль будет освещать дорожное полотно, вторая чуть пониже, порядка на высоте 6 метров, будет направлена на пешеходную дорожку. От дома 2 мы благоустраиваем до улицы Советская. Что касается зеленых насаждений дальнейших, то здесь можно делать поэтапно, дискретно и продлить удовольствие. Всадить и осенью, и весной по чуть-чуть. Да, поэтому ничего страшного, если мы будем здесь подсаживать.